Всем привет! Сегодняшний мини-проект был вынужденной мерой. Эту поделку породил стыд и гордость одновременно. Начнем с бруска 3х3. Отмечаю и отпиливаю метр. Рубанком убираю края, довожу брусок до цилиндрического состояния. Теперь немного дорабатываю токарник. Внимание! Ни в коем случае не стоит менять модификацию и конструкцию самому. У меня просто безвыходная ситуация, и мне надо. Открутил держак, теперь в маленьком брусочке сверлю отверстие ступенчатым сверлом насквозь. И внутри фиксирую гайку. Длинной шпилькой или болтом, не имеет значения, притягиваю брусок. Сверху на брусок привинчиваю штакетник длиной 70 см. Конструкция ненадежная, поэтому креплю со второй стороны проволокой. А с краю делаю опору, которая придаст наибольшей жесткости. За два захода напиливаю дощечки. К сожалению, моя торцовка не берет такую ширину, и я уже начал искать пилу с протяжкой. Для этого переходим на Е-каталог, инструменты, электроинструменты. Так, ищем пилы. Дальше, нам надо сделать расширенный подбор. В расширенном подборе производителя выбираем. У меня тут выбран Bosch, пойдет. Makita. Ну и пускай будет Metaba. Устройство. У меня тут выбрана торцевая пила. Все верно. Дальше функции. Функции: плавный пуск, лазерный маркер, подсветка, система протяжки. Все классно. Подобрать. Е-каталог предложил мне Metaba. Несколько вариантов. Ну вот, например, вот это меня устраивает. Здесь можно почитать отзывы, что пишут люди, описание, ну и сравнить цены. Кто еще не пользуется, переходите, ссылка в описании. Отступив 30 см от станка в бок, начинаю собирать пирамиду из напиленных дощечек, прикручивая каждую друг к другу. А для вершины взял облицовку и в ней просверлил отверстие для установки задней бабки. Представляю вам супер токарный станок по дереву от Бородатого. За 2 минуты. Попробую включить. Ну что, все работает. Приступаю. Основную часть сделал. К сожалению, слишком тонкий брусок становится. И как минимум очко сжимается, когда прикасаешься стамеской. Поэтому было решено разобрать конструкцию и попытать счастье болгаркой с лепестковым диском. И эта затея не показала хороших результатов. Поэтому беру нож и шинкую вручную. Ну а неровности стачиваю, зажав один край в тот же самый токарник. Конечный результат покрываю акриловым лаком. И поделка готова. Вот такая вот палка-бивалка. Сейчас расскажу историю. Короче, ребенок старший в школе
игрался с этой указкой и сломал учителю указку. Ну вот пришлось сделать что-то подобное, сделать чуть потолще, чем она должна быть, чтобы можно было по ушам, по затылку. Если был полезен, подписывайтесь. Всем пока-пока.